Сейчас покажу настройку, которая очень сильно важна для того, чтобы ускорить ваш мобильный интернет. С вас лайк и подписочка. Значит, смотрите, сегодня покажу, если у вас плохой интернет, вы заходите через браузер Google Chrome, Mozilla, Firefox, и вас начинает он глючить и лагать. Покажу на Google браузере Chrome, как эту настройку активировать, чтобы телефон реально быстро работал, интернет на максимум. Вот смотрите, 100% будет. Заходим в Google, в правом верхнем углу три точки, нажимаем три точки, нажимаем настройки, и здесь у нас конфиденциальность и безопасность, есть такой пункт. Мы в него заходим и выбираем подпункт, который называется «Использовать безопасный DNS-сервер». У вас будет 100% он выключен. Нажимаем «Выбрать другого поставщика», нажимаем на вот эту стрелочку, у вас может быть другой, ставим вот этот «Cloud File 1.1.1». Что это такое? Это DNS-сервер, он отключает разные фильтра в интернете, которые отвечают за разные функции, фильтрации сайтов, вредоносных там и так дальше. Так вот, когда вы включите именно этот, то он будет меньше жрать этого ресурса интернета и не будет тратить на второстепенные, то есть сайты, очень много работы. И это будет зависеть, что интернет будет работать быстрее. С вас лайки и подписка, с меня больше интересного контента.